Заметьте, почему пиарат? Потому что он обращается... Я нормативную лексику. Да, это нормативная абсолютно. Пиарас – это пиар аса. То есть ас пиара. Открой глаза. Все та же трещина небес в стекле окна. Всем привет, дамы и господа. Ну, честно, а как по-другому еще можно пояснить данную ситуацию, как не пиар? Генерала Крищенко, головы Киевского, главка заступника главы национальной полиции. Прошу. Серьезно, вот посмотрите, собрались министр внутренних дел, Кличко, мэр города Киева, зам главы национальной полиции. Кстати, а где глава национальной полиции? Почему он не пришел? То есть в этом городе уже столько всего произошло за последние несколько лет. Из гранатометов валили, гранаты бросали в кафешки, куда-то, блин, в автомобили, с перестрелки какие-то. Какие-то массовые, блин, вооруженные конфликты. Но я почему-то там не видел вот такого количества высокопоставленных чиновников. А тут, когда такая ситуация интересная в плане, которая связана с Аваковым, с его возможной отставкой, либо не отставкой, да, очень много всяких таких странных новостей ходит. И вдруг такое происходит, и мало того, что происходит, ну бог с ним, вот произошло, да и произошло. Неважно, подстроено, не подстроено. Чего они туда все приехали? Расскажите. Попиариться, только, ну, только так, по-другому никак. Ну а то, что рассказывает Крищенко, это вообще на голову не налазит. Но самое интересное началось потом. Во-первых, Арсен Аваков выложил у себя на Фейсбуке пост, опубликовал, да. Там опубликовал еще видео с этим несчастным террористом. Оказалось, что он никакой не террорист, а несчастный, бедный участник боевых действий. Не, вообще, я не хочу сюда примешивать вопрос участника боевых действий. Да неважно, пусть он сам ангел, господин, но это не имеет никакого значения для квалификации его действий и для того, как должны действовать соответствующие государственные органы в отношении него. Окей, суд может потом учесть его какие-то заслуги и смягчить ему наказание. Это да, но никак не нельзя его там участие в боевых действиях как-то связывать именно с квалификацией его действий. Это глупость. Но то, что начал рассказывать на следующий день Крищенко, это уже просто у меня начали волосы шевелиться на голове. В прокуратуре уже погоджено підозру йому в скоєнні злочинів за статтею 296 частиною 4, це хуліганство. Хуліганство? Серйозно? Була введена поліцейська операція «Грім». Видвинулись наші спецпідрозділи, КОРД. Два райуправління було піднято по тривозі. Національна гвардія на аеродромі за наказом міністра і Національної гвардії знаходиться гелікоптер також групою затримання. Оперативний супровід, а також консультацію. Да, водна поліція була і консультацію, оперативний супровід надавала Служба безпеки України. Також тут були присутні представники спецпідрозділу. А немного ли честі для хулігана? Національна поліція, два відділи районних Національної поліції в місті Києві, вертольот, КОРД, водная полиция, СБУ, еще там оперативное сопровождение. Алло, вы всех хулиганов так будете задерживать? И статья 259, это неправдивое повідомлення про замінування. И еще ему вот эту статью влепили. Это просто капец. Понимаете, что происходит? Я уже объяснял это несколько раз, но вот кто, возможно, не слышал, я ему объясню. Лучше всего сказал мне как-то один следователь. Я просто запомнил, то есть просто это очень коротко было им сказано, этим следователям. Дословно это звучало так. Мы открываем уголовное производство по тем статьям, по которым потом их легче будет закрыть. Понимаете? Хулиганства там нет никакого. Это совсем другое деяние. И повідомлення про замінування. Тоже бред. С чего вы взяли, что он повідомляв про це?
Ну, то есть, такой бред вообще несут. Они, понимаете, в чем дело? Вот они по этим статьям пооткрывают уголовные дела, ну, уголовное производство откроют по этим двум статьям, а потом закроют, потому что, получается, нет состава правонарушения по этим статьям, и закроют их. И все. А на самом деле все же очень просто. Он там потом дальше будет говорить, это так, забегая наперед, чтобы сразу мы с квалификацией разобрались. Он будет говорить, что у него была там винтовка, карабин, да, и какое-то охотничье ружье. И он скажет, одно зарегистрировано. Ну, я так понимаю, охотничье зарегистрировано, а карабин нет. Так это же очень просто. Это у нас 263-я статья Уголовного кодекса «Незаконное хранение оружия». Где эта статья? Он об этом сказал? Нет. Еще одна хорошая статья четко сюда попадает. 279 Уголовного кодекса, а именно блокирование транспортных коммуникаций. Он мост перекрыл, ребята. А вы ему хулиганство. Тут Киев тупо стоял 4-5 часов, люди не могли никуда доехать. А ну, вы понимаете, что кто-то мог реально там скорой не доехать и умереть. Беременные женщины могли рожать прям там на дороге. А вы говорите хулиганство? Серьезно? Звинувачення в підготовці до терористичного акту, як було відразу порушено кримінальне провадження, поліція пред'являти йому не буде. Це узгоджена позиція з прокуратурою міста. Кріщенко абсолютно чітко бере і пальця. То, о чому всі как бы, давним-давно знали, що поліція у нас з прокуратурою дуже тісно почали співпрацювати. Вот он и подтверждает это. Вот они там сели, что-то посовещались. Давайте ему ляпнем две статьи левых, по которым потом очень просто возьмем и закроем это уголовное производство. Звинувачення в підготовці до терористичного акту, як було відразу порушено кримінальне провадження, поліція пред'являти йому не буде. Ах да, еще он сказал по поводу того, что обвинение его в террористическом акте, ну или в подготовке не будет. Что интересно, всегда нужно немножечко там подождать или хотя бы немножечко более глубже разобраться с ситуацией. Потому что глава национальной полиции Сергей Князев в тот же день, 18 сентября, у себя на страничке на Фейсбуке написал, что в Киеве Корт задержал террориста. А обвинять его не будут. А куда теперь выкинешь, Князев, ты вот эти вот слова? Так террориста задержали или хулигана? Кого задержали? Князев, напишешь опровержение или не напишешь? Что? Зброя зареєстрована была? Так, там один был зареєстрований, да. О чем я вам и говорил только что, спрашивает журналист, а оружие было зарегистрировано? Он говорит, да, одно было зарегистрировано. Так ты же перед этим сказал, что их было два. То есть одно не зарегистрировано. Как? Он, получается, значит, незаконно хранил у себя данное оружие? Или все-таки законно? Крищенко, поясни, пожалуйста. Вот, кстати, почему Крищенко сюда засунули? Я уже начинаю догадываться, почему, что делает Крищенко сейчас в национальной полиции. Он вот такой вот, на украинской мове цап відбувайло, да? То есть тот, на которого сливают вот такие вот вещи, чтобы он ходил там и рассказывал, и краснел. Видимо, за ним очень много разных косяков. И у него теперь такая задача. Ходишь, так, накосячил, значит, будешь вот так вот отдуваться. Будешь ходить по пресс-конференциям, по журналистам и врать в лицо. Чтобы потом, когда вранье это все ну, раскручивали другие люди, чтобы они за это вранье тебе предъявляли, а не там Князеву, либо там тому же самому Авакову. Так что Крищенко это вот такой вот человек, такой вот персонаж. С чего я это понял? Несколько было случаев, и вот последний, это я вам показывал ситуацию, там где погиб молодой военнослужащий, и с ним тогда в компании был всем известный Вовочка Ковадло. А Крищенко об этом умолчал. Почему? Понятно почему. И тут он будет рассказывать все то, что, скажем так, ему написали на листочке. И врать, 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 он не будет рассказывать правду. Ну и дальше там бла-бла-бла, бла-бла-бла, ни о чем. Первое, что хотела сказать. Конечно же, хорошо, что сохранили ему жизнь, потому что каждый должен ответить за свои поступки по закону. И никто не имеет права просто так отнять у человека жизнь, даже если он вот такое чудит. В
Второе, что хотелось бы сказать. Я просто хочу, чтобы вы правильно понимали ситуацию. Даже если человек воевал, даже если он имеет какие-то заслуги перед страной, там, обществом, государством, то эти обстоятельства должны учитываться только лишь судом при назначении ему наказания. Да? Более жесткого, менее жесткого. Но это никак не должно влиять именно на квалификацию. Потому что сейчас происходит именно так. В самом начале вот эти его, там, пусть даже подвиги, мешают правильно квалифицировать его деяния, что будет потом иметь последствия. В том числе и для всех остальных, таких же самых, которые имеют заслуги, они будут считать, что им можно делать все, что угодно. И заслуженного наказания они не понесут. Ну и напоследок. Ребята, не хулиганьте. Если будете хулиганить, то вы слышали. КОРД, патрульная полиция, два отдела национальной полиции к вам выйдет. Вертолет, возможно, прилетит. А если рядом будет еще какой-то водоем, то еще и водная полиция приедет.